Всем доброго времени суток. Сподобился я вырваться на рыбалку. И даже вырвался с утра. Сейчас попробую на мормышинг сначала. Если нет, потом на кастинг перейду. Лесочку намотал там. Новенькую от Беркли. Надо проверить, посмотреть. Не думаю, что здесь что-то у меня будет клевать. Народ, в принципе, он уже пытается карася ловить на червя. Ну, посмотрим, как оно получится. Может, окунёк какой соблазнится. Ну, пока вот раз 10-15 закинул, здесь в луже ничего нет. А тут обычно шнурки тусуются. Воды, наверное, много еще. Что-то печально как-то. Ни одного тычка. Раз 50 уже закинул. Рыбаки, смотрю, сидят. Что-то тоже тишина. Рано еще. Вода еще мутная. Даже шнурки не хотят клевать. Так, что-то с мормышкой не получается. Сейчас попробую поставить микрушечку. Может, окунёк какой нарисуется. Посмотрим. Так, большеватый, наверное. Ставлю сейчас вольфрамчик, граммчик. Посмотрим. Поставил вольфрамовую чебурашку. Грамм. И червячка красненького от маракю. Может, какой окунишка соблазнится. Ветерок поднимается. Где окуняр это? Так, что-то там-то тоже не работает. Посмотрим сейчас. Может, какого хитрого червячка. Сейчас поставлю вот такого или другого. Сейчас поставлю. Он вроде на живого похож. Глуполайф, который
Американцы, посмотришь, они просто так насаживают, прямо ловят. Не знаю, не знаю. Сейчас проверим. Мужики вон на той стороне, смотрю, что-то тоже сидят. Без поклевок. Не видел еще, чтобы что-то поймали. Даже не тычка. Рано еще, наверное, не очухалась рыбка. Поставил уже лару. Не знаю. Что-то вообще тишина. Сейчас еще попробую мормышку светленькую поставить, бананчик. И мотыля от Беркли. Если уж это не сработает, то значит ловить здесь нехрен. Либо перееду, либо кастинг возьму. Ну, хотя что-то на щуку надежды нет. Даже не стукнул никто ни разу. Мормышка с мотылем Беркли тоже не помогает. Ладно, попробуем сейчас щучку джигануть. А вдруг? Микро, нано, ничего не работает. Но херобунку-то я попробую. А вдруг? Ну что, пробуем кастинг. О, ничего летает. Поставил реплику Easy Shiner от Константина. Смотрим. То, может, воблерок попробую. То попробуем оверхед. О, нормально. Вообще здорово летает. Амулет швыряет только в лед. Тут не ловится ничего. Что будет не рыбалка, тренировка. Нормально летает. Пять грамм головка, кстати. Не хочет.
Летают как на бензорационке. Тоже Константин делал. В прошлом году присылал. Ну, по щучке работало. Поглядим. Кто соблазнится? Что-то никто не соблазняется. Там же кто-то все равно должен сидеть в тех кустах. Вообще отлично летает. Так, поменяем. Поставим турбо-твистер. Посмотрим, может сработает. Крючочек, правда, для него маловато. Но если что, сейчас 3 дюйма поставлю, попробую. Пять грамм головка. По водорослям чувствуется, ползет. О, шнурки. Вот они, гады. Что, клевать не хотят? Ну эти вообще шнурок ростом с резинку. На мормышку что не клевал. Поставил облирок 7 грамм. Твичит нормально. Бросает нормально. Так, вертушечку попробовать. А вдруг кто клюнет? Так, вертушка двойка.
Посмотрим, как летать будет. Летает. Ну, уже похоже. Так, ну что, пробуем ход конем. Грамма головка, и такой вот червячок атайка. О, летает. Ну сколько тут? Ну, метров на 15, наверное, на 20, может, улетает. Двухграммовая чебурашка и трехдюймовый червячок атайка. Грабстик, который называется. Но все равно никто не клюет. Поставлю сейчас, попробую твистер, турбо-твистер от релакса. Вот такой вот, тоже 3 дюйма. Посмотрим, как оно у нас, чего получится. Может, у тебя кунёк какой. Так, а может, не такого цвета. Поставлю зеленый вот такой. Так что с этой палочкой можно спокойно на окуня ходить. Ну, микроджик, не микроджик. Ну а что, в принципе, 2 грамма головка. На речках, где я рыбачу обычно, там ширина речки метров 7-8, а то и меньше. Так что можно на окуня с этой палкой ходить. Весьма универсальная получилась. Тормоза на середке, катушка Коситос, леска 03. А? Не слышу. Да уже что только не пробовал. Рано еще. Но не понял, стукнул кто-то, что ли?
все рыбаки разбегаются. Так, так, так. Хоть спиннинг затестим. Может, все-таки красножопика поставить. Беленькая вода, мутная, может, сработает. Попробуем, что? Попытка не пытка. Ну, хвостик вроде заводится. Глянем. Все, все рыбаки поразбегались. Не хочет рыбка брать вообще ничего. Ну, может, на мотыля, может, кто-нибудь и клюнул, но судя по тому, как он, мужики сидели с поплавочными удочками, вообще тишина. Хоть потренируемся. Карась-то должен уже очухаться. Помаленьку-то должен клевать. Че надо-то? Зато комаров уже понавылетало. Ничего не помогает. Два грамма. Три дюйма. Бросает отлично. Так, ну чё б такого еще интересного-то замутить? Такой воблерок поставить. Провокационный. Равномерочку. Не клюет никто, гады. Так, ну-ка, твичинг. Палочка также жестковатая, в принципе, с воблерами справляется. Как производитель заявлял, что довольно универсальная палочка. Вертушки, джиг.
надо домой ехать. О, первая перебежка. Расслабился. Лечится очень легко. Никто не хочет, гады. Что еще поставить-то? Тушку поставим. Да шнурки не хотят. Шнурки маленькие еще, глупенькие. Не знают, на что плевать надо. Четверку вертушку поставил. Какую-то фигню сразу поймал, блин. Пакет целлофановый. Вообще за горизонт летает. Что-то там, господа рыбаки, еле ходят уже. Устали, наверное. За траву цепляется. Четверка нормально тоже справляется.